Как расколдовала? А? Как расколдовала? Расколдовала. Да, Тём, молодец, гард закрой! Гард закрой! Переходи, переходи, Артём, ногу убирай! И давай закрыть гард! Закрой гард! Перешагивай правой ногой перешагивай! Гард, контролируй, гард закрой! Тёма, ты должен закрыть гард! Пока не жди, жди! О, Диан, блин! Гард закрой! Закрой гард! Тём, закрой гард! Закрой гард! Для него стоять, стоять! Вот теперь поднимай! Закрой, Тёма! Поднимай вверх, вверх сначала! Закрой гард! Да! Молодец! Посмотрите, гард закрой! Теперь скидывай, скидывай, Тёма! Давай, давай! Еще! Не торопись! Сначала подними вверх! Вверх смотри, ногу закинь! Выпрямися! Сядь на него и выпрямися! Сядь на него! Папу ниже! Вот встань на него, сейчас проход делай! Голову вытащи, сядь! Сядь! Сиди здесь! Сиди на него здесь! Сиди здесь! Молодец! Три балла забрал, Артём! Стоять, Артём! Стоять на него! Встань! Встань! Закрой гард! Гард закрывай! Нет! Закрой гард! Ногу не давай вытащить! Чёрт, ты должен вытащить правую ногу! Перевернуть надо! 3-0 ведёшь, Артём! Вытаскивай! Не давайте ему вытащить ногу! Лезь под него лезь! Встань на него сейчас! Встань, 2 балла будет! Молодец! 2 балла забрал еще! Треугольник! Заходи еще раз! Заходи туда, в другую сторону! Делай! Делай руку, не отпускай его! Тёма, вытащить голову оттуда! Докрути корпус! Право! Вытащи назад! Колено вставляй! Докрути корпус! Руку аккуратно! Да. Нет! Дави на него, дави! Не сделает! Тёма! Руку вытащи! Держи! Тёма, руками! Держи руку! Нормально! Левой руками! Держи руку! Ногу закройся! Ногами закройся! Вот! Закрой! Второй ногой тоже заходи туда! Тёма, пойдёт, Тёма! Заходи второй ногой туда, Тёма! Заходи ногами туда! Докрути корпус! Докрути корпус и души! Крепко держись, захват руками! Тёма, докрути корпус! Тём, минута есть, ты проигрываешь! Голову надо вытащить! Тёма, голову надо вытащить! Он здесь делает сам! Руку держи! Вот, да, заходи на него! Заходи! Еще! Дави! Вниз дави! Держи здесь! Дави, держи, не давай ему двигаться! Дави вниз! Не двигайся сам! Не двигайся! 30 секунд! Смотри, походу, да. Тём! Гатушин, да? Да. Нигде не ворал. Мне надо кукушку. Артём, далеко не уходи. Не пропутать, не здесь, не пропутать. Сейчас как надо путать. В чем путаю? Паша, в гард не лезь. Понял? Лучше сам забери. Ролл сделай. И держать на боковом. Руку вытащи. Руку вытащи. Гад. Да. Пускай гад затягивай. И все, работай Кимуру. Кимуру с хавгарда. Паш, Кимуру. Да, Кимуру с хавгарда. Смотри, сейчас американу будет делать. Давай, давай, давай. А сам в это время улучшайся. Держи, держи бокового, держи. Ярик, левую руку в подмышку. Нет, засунь, не догнул. Да зачем, Паш? Ну вот что так. За пять, за велосипед-то, блин. Теперь все, руку забирай. Вот так хорошо все было, Лисик. Ярик, держи, руку забирай изнутри. Вставляй коленки. Да, зашла. Все, ноги. Спровы за спину. Высет, высет, Лисик. Голову отжимай за спину, заходи, Ярик. Лисик, высет. За спину заходи. Нет. Все, руку забирай. Руку забирай, Ярик. Снова проход. Снова проход с помощью колена. Держи, держи. Ярик, ну изнутри просовывай руку. Вот так, да. Держи, держи. Вот. И забирал. Все, ну еще раз забирай кисть. И забирай. Треугольник. Ну я бы не сказал, что прям угла. Да. Вытащи голову. Вытащи голову. Ярик, восстанавливай гард. Гард восстанавливай. Паша, 5 очков есть. Держи. Получайся только. Сейчас контроль. Ярик, время есть. Восстанови гард. Контроль сверху и все. Контроль сверху с атаками. На живот крутись, на живот крутись. Паш, готовься за спинку. Двумя руками ногу возьми. Здорово. Распечатан. Гад забирай, Ярик, гад. Ноги. За спину, Ярик, за спину голову. Отожми за спину, забеги. Отожми голову, за спину, забегай. Высет, высет, высет. Да, за спину пошел. Высет, высет. Вылезай, вылезай, за спину на руку ставь! Не надо! Ярик, правую руку поставь! Ярик, посмотри сюда, Ярик! Паша, руку поставь, Паша, иди в левую сторону! В левую сторону пошел, Лисик! Руки! Делай, 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 вставай! Делай! Голова за пояс! Расслабь, ты дрожь, давай! Треугольник отбей! Треугольник! Залез сразу! Давай! 30 секунд держи! Ногу под себя! Ногу под себя! Здорово! Держать боковой! Треугольник есть! Треугольник закрой ногами! Эту ногу вверх! Паша, 15 секунд! 15 секунд держи! Ногу под себя! Вот отсюда закрывай треугольник. 7 секунд. Паша, 5 секунд. Делай, 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 делай. Все, время. Павел, да? Павел? Ова! Здоровики у нас выходят, да? Здоровики выходят. Ова! Серьезные глаза. Курсы дети. Сколько им лет? В 2002 году. Ну просто здесь сколько? Серьезно, серьезно. Чем кормите? Хинкалями. Папа, чем кормите? Позови участников на поле. Думаешь? Внимание участников. Категория «Бойс» 2020. Желтый оранжевый зеленый и боевая. Схватка создается на матче номер 4. Может, я поймешь. Пояс 2002-2003. Вот треугольник, смотри. Матчи состоятся на матче номер 4. Закрой. Постучи, я тебе говорю. Вот уже вот рука не видит. Руку не стучи. Сейчас руку возьми. Постучи, Лова, сейчас подожди. Не торопись, дайте 10 секунд. 10 секунд ноги зажми сейчас. Вот сейчас начинают зажимать ноги. Продолжайте. И самое обидное, знаешь, что? Смотри, вот. Потихонечку начинает ноги зажимать. Нет, голову нельзя. Не сделал прием. Ну, ему дадут активность, если это закончится. Вроде как. Сейчас ему стоит просто ноги выдвинуть и просто вот, блядь, на прямых ногах можно расстоять. Постучи сейчас, ноги потихонечку, о! Все. Ты же не надо делать. Не ругайся, не надо. Вот треугольный кричак, больше тебе ничего не надо. Работай отсюда. Мне нужна работа, треугольный кричак, все. Я хочу увидеть только треугольный кричак. Подкат. Скрутка пятки? Да. Ну так, не скрутка, а пока сильно. И то им, по-моему, нельзя офигеть. А спроси у меня, Ахилл можно детям? Ахилл можно детям делать? А они дети. Ну, конечно, вот никто особенно не выглядит. Врача на первой татами, врача на первой татами. Открутись под него, туда, головой туда, да. Здоровики, как сказать. Дома на рождение приглашается Павел Лисин, Ярослав Кузьяев. Стряхни ноги, да. Вот теперь на переворот работает. Теперь на переворот его. Рука отворот. Отворот и ногу хватаешь сейчас одну противоположную. Раз. У него нет раз. Скажи ключи от ребенка. Сейчас пойду, забираю, все. Я не понимаю, а нельзя это момент перетерпеть, но действительно не Владимир даже правильно все. Блум, да, Владимир? Блюм. Я неправильно фамилию. Забыл извиниться. Нежданно никогда не было. Я уже не готова сдать еще. Да, я через это. А у тебя это... Я хотел побороться, но не разрешают, я уже его выпутаю. Вас только двое, что ли, да? Вас двое только? Саша Васильев, Максим Пантелеев, приглашает в дому награждения. Это я забыл, Ребята, а что у вас так много? Может так получиться? Подойди, скажи. Порядка, не суетите, не задавайте. Ну ко мне клюли с отцом. Я слышал, как он пришел. Кто понял? для моей мамы. Да, хорошо. Сразу с руками начинай работать, Артём. Да он сам. Давай, подтягивай ручки себе. Да. Года не прошло. Не победит жир. Подтягивай ручки, под локти прям, подтягивай к себе поближе. Поближе подтягивай к себе, не за полы, а да, хорошо. И под себя их убирай больше. Работай, Тёма, работай. Хорошо, дальше. Отжимай. Закидывай. Хорошо. Подтягивай его к себе поближе, держи его, да. Снимай. Да, надо свиповать. Работай там с руками, под локти пробирай, под локти больше. Да, вот хорошо. Правильно думал. Ручку на отвороте снимай. Ручку на отвороте, затяни ножку, она здесь, перекинь ножку. Сейчас доделай, хорошо стоит. Контролируй ее, и таз контролируй. Под локоть, бери ее, под локоть. Нет, другой, да. Хорошо. Давай. Забирай ее плотнее, забирай. Работай, лежи. Давай, как показывал, руку бери. Алло. Продолжай, Артём, поплотнее к себе, хорошо, вынимай, тазом, ей! Вот что я тебе и говорил. Я не знаю, кто это. Я правда не помню, что говорили. Вот, слышал, короче, Армен, у меня тебе просьба. Вот ты же будешь здесь и дальше. Чупака. Артем, да? Чупака. А что ты ходил, да? Я хочу уйти подписать, чтобы это место не произошло. Когда придет парень, который будет. Когда придет? Я не знаю, пошел. Иди, скажи. Я вот сюда приду. Никому это место не отдавай, Армен. Скажи, я подписываю. Да, на улице. Выкинь вот это, пожалуйста. Спасибо. Халат, Маргот. Все, пошел Халаш, работай, делай! Халаш, закрой! Пошел, делай для Рио, Халаш! Ногой правой отталкивай! Свепи, Халаш! Захват! Халаш, работай! Халаш, для Рио заправляй! Во-во-во, давай, все, закрывай! Отсюда работай, Халаш! Все, хватит, раскачку делай, раскачивай его. На себя, от себя, на себя, от себя. Толкай его правой ногой. Мама! Восстанавливай, Халат! Не дай обойти! Обратный треугольник, смотри, Халат! Делай, делай обратно! А ваш обратный треугольник есть! Голову вытащи оттуда быстро! Ногу перекинь! Голову вытащи! А ваш ногу перекинь! Дема, бэкстеп! Дема, бэкстеп! Бэкстеп, да! Восстанавливай! Рычачка! Восстанови нормально, гад! Хаваш, восстанови! Отворот возьми! Отворот! Хаваш, гард закрывай! Нужно закрыть, гард! Мама, Хаваш! Нет, не давай! Закрой гард! Хаваш, гард закрой, Хаваш! Еще! Хаваш, закрой гард! Все, закрывай! Мам! Закрывай! Хаваш, 2 минуты, должен баллы собрать. Хаваш, восстанавливай. Восстанови газ. Все, закрывай. Идем за хват, надо. 3 минуты, Хаваш, работай, делай. Галерею забрай. Хаваш, заходи его. Забрай в галерею теперь. Хаваш, свип нужен. Хаваш, его закрой, гард. Хаваш, закрой этот гард. Работай с гардом. Балбе, йоу. Он не обходит, Хаваш. Закрывай гард. Вот, еще. Вот, забирай от ворот. Вот, давай. Теперь закрывай гард, Хаваш. Хаваш, закрой гард. Гард. Колено заведи, закрой гард. Возьми от ворот, Хаваш. Ногу правую заталкивай, правую ногу. Не дай, не дай. Хаваш, закрой гард. Давай, треугольник! Один адвенчик, Арбаш! Дема, подавай! Корпус возьми ближе! Вот! Давай, закрывай! Давай! Под него! Правой ногой его выталкивай! Давай, 20 секунд! Срочно свип! Правой ногой! И туда вторую ногу! Вот теперь правой ногой его толкай! Василь! Дай, Василь! Ничего не было, Муса! Василь, мы пытались сработать! Стой! Андрей здесь! Чернов! Андрей не должен быть! Андрей! Залетай отсюда! Ну, вообще залетай! Ну, прыгни! Тебя уже ждут все! Только выходить там. Выходить. Стой, иди сюда. Выходить потом будешь там. Ладно? Выходить. Ножку взяла вниз. Ногой. Руку закрутила, пошла. Давай. Ничего не бойся. Я сделал. Алён, скорее. Ну, блин. Давай, Спасибо, ему не дадут. Руку не отдавай. Тебе не отдавай руку, не отдавай. Сиди ты все. Руку себе. Сиди, отдыхай. Здравствуй. Каждый зон на награждение приглашается Демин Долин. Я молодежь подмышки залезла, столкнула. Вау, да ладно. Молодец. Алёнка, через него перебирайся. Вот, хорошо. Пошла накатывать. Хорошо, хорошо, хорошо. В ту сторону, убирайся, выходи. Сергей Добрынев, пройдите в зону награждения. Сергей Добрынев. Алена, масти. Удерживай просто. Масти, масти. Марк Самрилов и Иван Шатокин приглашают в фестивальную мату. Марк Самрилов и Иван Шатокин приглашают в фестивальную мату. Руку не отдавай! Руку не отдавай! Вот отдали! Нет, скорее всего, нет. Ножки наверх, крышки, ноги высовываем. Владислав Сафонов, Ярослав Волков. Молодец, хорошо, 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 хорошо. Треугольник закрой, давай. Да какой треугольник, братан? Пошел руку. Снимай ногу. Да подъем, нажмите на компьютер. Вот, хорошо. Делай такой, делай. Умница, Алена, хорошо. Да, забрала. Ты что, не забрала? Давай, давай. Ставил ногу. Повторяю, нажмите на компьютер F11. Не было опорного вида мониторов. Коленочку отдавливай. Еще раз, что нажать? F11. Дим, нажимайте, как он режим играет. Она точно не делает. Болевой. А также в зону награждения приглашается Шахбан Гаджиев, Михаил Белов, Валерий Мишкин. Пояс, пояс, сними, пожалуйста. Алена, она не сипанула. В зону награждения пройдите. Просто переворачивайся. Я хотел 17-2. Хотя бы, да. Ну блин, приятно было. Это видишь. А ваш какие? Да, еще одну я. Че я так туплю, я уже сплю, блин. Я тоже. А кто гаджет? Куда? А ваши идеи пройдите в зону награждения. Уран Владимир Матвеев, Сафонов, приглашение 9 мая. Мурат Гаджиев, Матвей Сафонов, просьба подойти к 9 мая. Константин Исаев, Влад Началов. Это гаджет. Гаджет. Серега, гаджет не взяли? 9 марта. Это 6-й. Да. Это 9-й. Это 6-й. А жить сам. Не пугай, да, где видео. Ходи вот так! Не втыкай, не втыкай! Вот молодец, не втыкай! Спасибо! Все, поставь колени на жёг, путай! Колени на жёг, держи! Эй, не застой! Эй, вы убери твою ногу убери обратно! Верни ногу! Ажи, не лежи так просто, вот! Колено поставь на живот. Эй, колено на живот поставь, говорю тебе. Не слышишь, что ты? Микрофон Артема Белопасова. Эй, предупреждение, так не делай больше, Хаджи. Так не делай. Не... Эй, поставь на колено на живот. Эй, не пойдет, Хаджи, не пойдет. Вот так. Вот, вот. Вот так. Я сколько раз повторять. Эй, Хаджи, эй, слушай, да. Делай тогда, что говорят. Давай, продолжай. Пусть передай, дай ему вернуться, спину забери. Пройдите зону упражнения. Вернись обратно боковой, вернись боковой, Хаджи, вернись боковой. Вызовки по микрофону Алексея Шапкина на 8-й батаре. Вот. Все, вышел на руку. Аккуратно, аккуратно, не дергай. Аккуратно, аккуратно. Ложись на спину, иди. На спину, иди. Иди на спину. Все, аккуратно, не тяни, не дергай. Возьми, где кисть, возьми, где кисть. Да, 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 да. Возьми, да. Выравнивайся, выравнивайся. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Эй. Делай, да, Хаджи, вытащи на руку. Не пускай, вот так. Вот, аккуратно. Все, не дергай, не дергай, Хаджи, не дергай. Потихоньку, потихоньку. Молодец. Эй, подожди. Адрес, спасибо, скажи. Кто мне руку не пожмет. Молодец. Артур, вытащи дергу не мог, что ли? Некогда взял уже долго, потом уже бы потихоньку того судировали. Вообще-то долго мучили. Спасибо. по награждению приглашается Роман Копнев, Дмитрий Варварин, Давид Волоян, Алексей. Приготовился на награждение Михаил Ильиченко, Руслан Валеров, Артем Стеблецов. Захваты. Все, раздергивай, подвигай его. Все, ты там пошел забирать. Аккуратно. Поднимись. Левой рукой отворот. Дальний, стягивай на себя, возьми отворот под мышкой. Стягивай на себя левой рукой. Да. Ищи возможность левую ногу ставить. Молодец, включай руки. Ноги не крести, пятки пристегни, бедра, баллы висеют. Ноги не крести, да, включи баллы. Есть баллы, снова можно сливать. Сливай, Сахбар! Стена! Эй, машина! Правую руку поднимай рукой. Муравьев Исмаил, довольный снарядом, приглашается второго. Одна рука контролирует. Закрой треугольник. Что, интересно началось, да? Интересно будет, когда мы увидим. Правой рукой отключи. Она сюда не идет, да? Олег, приглашаем. Как вы там зовут? А потом она кисть. Закрывай, руку на бицепс, кисть на кисть, руку на бицепс. Правой рукой отключай руку, левую руку заводи на шею, давай. Полнеру можешь пойти. Левой рукой держи отпуск, полнеру, пошел, давай. Давай, быстро! Артем Шишков, Морозов, приготовьтесь, пожалуйста, Александр Шишков и Иван Шатокин приглашаются к 9-му мату. 20 секунд, Елисей. Александр Шишков и Иван Шатокин приглашаются к 9-му мату. Должны смотреть. А сейчас... Хотя на 9 марта, можно, пожалуйста. Хотя на МАТ-9, можно. Пригласите, пожалуйста, Кирилла Шабалина, 8-й. Врача можно на 9 марта. Идет. Захват сначала. Сразу перед первым номером. Вот. Вставай. Хорошо. Еще раз пойдет. Не встань на нее. Молодец. Хорошо. Доловил, заправляй туда. Хорошо. Устанавливай раз. Спокойно. Не пройдет. Ногами работай. Не нервничай, Лена. Не нервничай. Оставь, держи отворот правой рукой, левой рукой. Не нервничай. Можно с правой ногой Долариму заправить, смотри, правой ногой можно. С ногами ее, пройди ноги. Лена, пройди ее ноги, отпусти лапел, хватит ее держать. Встанешь со треугольной закинь. Сейчас встанет, смотри, можно, вот. Заправляй глубже и закручивайся, сразу не жди. Сразу закручивайся. Давай, встань, Лена, встань и пройди, встань. Хорошо. Все, подыши спокойно. Вылази, к себе, не давай прямой спиной держать. Прижимай ее к себе. Катя, как только встает, сразу заправляй. Спину вверх, чисти ее ноги вниз. Ребята, видите еще раз, пожалуйста, Артема Белопахова. Хорошо. Давай, не давай, спинку вверх, голову вверх посмотрела. Отворот к себе больше возьми, отворот глубже возьми, хорошо. Еще глубже можно отворот взять. Еще глубже можно взять, вот. Хорошо. Вот пойдет Доларима, поглубже возьми. Проходи. Хорошо. Можно вставать. Вставай, забирай 2 балла. Вставай, забирай 2 балла. Вставай, забирай, встань. Есть отвал, хорошо. 4 минуты еще бороться, спокойно. Она уже задышала. Все, свое. Спокойно дыхание контролируй. Вот. Заправляй сразу. Сразу заправляй. Еще раз пойдет. Она не умеет встречаться. Делает. Делает Долариму. Она не готова делать. Лена, колено не в эту сторону. Колено на нее. На нее колено. Лучше возьми. Вот сейчас пойдет. Колено к ней разверни. Вот сейчас пойдет. Интересная рубашка. Хорошо. Встань! Хорошо! Зафиксируй! 2 балла пусть дадут! Есть 2 балла! Встать, Катя, встать! Не отдавай! Аккуратно с ногой! Хорошо! Подъем, Лена, встать! Отработай 2 балла! Попробуй ботинку! Попробуй! Пойдет! Делай! Прогибайся больше! Еще прогнуться! Катя, восстанавливай гард! Забудь про эту ногу! Восстанови гард! Ничего нет, она не пройдет! Восстанови спокойно! Вот, хорошо! Не лежи, Катя, работай, надо свит делать! Возьми руку под голову, получишь в это! Вот здесь можно встать! Хорошо! Вставай с этой ногой, ногу не отпускай. Хорошо, отлично. Есть 2 балла. Работай на проход. Убери эту руку оттуда. Убери жестко, убери ее. Сорви захват с ноги, Катя. Сорви ее захват. Колен хорошо. Возьми за штаны. Прямая спина, осанка. Спокойно. 2 минуты, Катя. 2 минуты. Ну давай лапелу брать, лапелу. Руки в таз ставь, руки к себе, Ставь колено в жопу, колено под жопу подставь. Вот, равновесие держи. Давай к себе. Сама к ней, подтянись к ней, Ухо к уху. Давай. Не пойдет. Свип его здесь, держи ручку. Лена, свип, Лена. Лена, нужен свип. Свип. Все, нету удушающего. Лена, нужен переворот. Работай. Взять штаны! Вот сейчас момент для прохода! Жестче! Колено поставь! Не давай, ножи не сильно! Постоянно работай, сейчас там скорость надо! Лево-право меняй! Меняй стороны! Давай! Минута, Катя! Спокойно отсюда сверху работай минуту! Лена, тебе 2 балла! Срывай захват! Минута, отлично! Хорошо! Забегай за спину! Заходи! Лучше там, сорви! Просто ногу выпрями! Просто нужно ногу выпрямить! Лена, надо перевернуть! Встань! Вставай на нее! Не сюда! Вот! Хорошо! Не отдавай! Торопись здесь! Не форсируй события! Хорошо! Можно пройти! Лена, 30 секунд! Доработай! Катя, пульт и все! Не давай работай! Ногу право! Пройди! Да! Ближе! Все спокойно! Не пройдет! Кать, все спокойно, все нормально. Все нормально. Руку к тебе подтяни. Хорошо. Кирилл, ты зови в синем кимоно, высокий, ребята. Ходишь за ним? Кирилл. Да не подойдет, он что-то тупый. Кирилл в синем кимоно, высокий, в белом поле. Вот один идет, это Артур, скорее всего. Если Артур... Что, позови? Я могу сказать, что идем назад, но поехать наверх. Полина Кононова, приготовьтесь, пожалуйста. Мы сейчас, я приведу. На третьей марке красавица Александр Шишков. На третий мат подойди срочно. А также приготовиться к награждению Дементьевны на ваших клиентах. Это Кирилл Атур, да? Да, там только другой Кирилл был. Да, там самое интересное пропустил. Главный судья, можешь, пожалуйста, подойти к четвертому мату? Максим Маркушов, пройти в зону награждения. Команда гимназии. Анна Полякова и Екатерина Корягина приглашаются к 9-му мату. Анна Полякова и Екатерина Корягина приглашаются к 9-му мату. Минута осталась. А почему я же не стучал, просто на гигов смысл получился. Честно, такое сум 9. Я думаю, играть. Реально, 20 секунд. Пояс запали. Снимай. Елисей. Опять мальчики? Гаджи, да? Тима, бори. Чё надо? Еще можно и тоже. Есть адвентаж, Елисей. Ваше сезонное награждение юношам 2002-2003 года рождения, центре веса категории 58 килограммов. Илья Гатушин, Сергей Гончаренко, Никита Карлов, Сергей Добрынев. 2 минуты, Елисей. Елизавета Дементьевна и Анастасия Коколов, подошедших 9 марта. Елизавета Дементьевна и Анастасия Коколов, приглашаются к 9 марта. Елисей, один адвентаж ведешь. Минута 40 секунд, Елисей, осталось. Сначала город, потом вперед. 1,5 минуты, Елисей. Давай наверх, молодец. Скролл. Еще один адвентаж есть, Елисей. Осталась минута, Елисей. Осталась минута. В принципе, там он постарше. Ходили. 50 секунд, Елисей. Илья Гатушин, Сергей Вечеренко, Сергей Добрынев, Никита Карлов. Аккуратнее, Елисей, 30 секунд. Елисей, затяни гард и закрой гард. Затяни гард, закрой гард. Закрывай, молодец. Аккуратнее, Елисей, не дай пройти гард. 12 секунд осталось. Никита Карлов. Врача на первый. 10 секунд, Елисей. Красавчик. С аптечкой, врача с аптечкой. На первой. Идет. Пояс сними, пояс отдай. Который сейчас борется. Я его смотрю. Дмитрий Тимофеев, Иван Шатокин, Артем Пиропатов. Все награждение произнесите, пожалуйста. Спокойно, спокойно. Возьми захват. Не надо ждать. Давай, как я говорил, до последнего. Хорошо. Отлично. Хорошо, хорошо. Летишь, крутись, забери ногу, забери ногу, забери ногу. Не надо сдавать. Колено, вытащи колено, да. Прижаться здесь, прижаться. Хорошо. Быстро. Я понимаю, можно было чего? Внимание! Сладкие категории «Фейл», «Абсолют», «Синие принца», «Мастер-1» пройдут на ковре номер 4. Сладкие в возрастной категории «Мастер-1», «Синие пояса», «Мужчины». Абсолютная весовая категория пройдет на татами номер 4. Возьми ногу. Не садись назад, не садись назад, не садись назад. Встань, попробуй со стойки пройти. Выпрями ногу. Выпрями. Перешаг. Ногу выпрями. Носок наружу. Носок, зачем ты делаешь? Наоборот все. Ногу вниз. Либо через лэг-трек попробуй. Резко. Сейчас я... Это кто-то? Ногу выпрями. Передний. Давай снизу забери. Да, прошло. Еще на 4, вот 28. Честно, да. Проходи гард. С ног, с ног. На ноги встань, с ног проходи гард. Два. Дань, уйди с ковра. Илюх, выиграешь. 4 минуты осталось, Илюх. Сап, переведи на центр, пока есть позиция. Переводи, Сап, переводи, переводи, Сап. Давай, 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 давай. Скидывай на него, давай. Давай, делай, делай сигнал. Давай, делай, Сима. Встань, 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 встань. На него встань, Сима. Вставай на него. Илюх, 3 минуты осталось. Пока фиксированная позиция, верни в центр. Сам, возвращай в центр. В центр их перетащи, пока фиксированная позиция. Стоп. Активные действия начнутся, потом устанешь и надо снять. 3 минуты. 3 раза сказал. Надо на футбуров, на количество. Первый раз, по-моему, да? 30 штук. Не первый раз. Давай, Семрал. Семрал, свип нужен. Свип нужен. Сим, давай. Восстанови карт, Семрал. Нормальный карт восстанови. 3 минуты, брат. Нормальный карт восстанови, Семрал. Собираю шею. Прямо? Да. Лицом к лицу, да? Ну, в малую. Сима. Какой-то. На ногу тоже пытается работать. Раз и на ногу работает. 2.40 осталось, Семрал. Возьми от ворот. Ой, рукава, все правильно. 2,5 минуты. Шею зажимаешь сюда. В чем прикол? Они оба вчера по Невазе на России. Семрал, 2.30 осталось. Работать надо, баллы надо отыграть. Бежи, бежи, бежи. Не давай прижиматься. Не давай прижиматься. Не давай прижиматься ему сюда. Кидай какал. Прижимай его, прижимай, Илюх. Давай, Сим, давай, давай. 2 минуты, Илюх. Семрал, 2 минуты, свип нужен. Рукава возьми, Семрал. Не сиди низко, не сиди низко. Семрал, рукава давай, возьми. Давай, Сима, давай, давай. Да, 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 да. Доделай, доделай. Доделай, Семрал, доделай. Делай, делай. Пойдет, доделай, пойдет. Верхнюю руку стесняй, да, да. Вряд. Ой, осторожно, не сиди. Семрал, уже 4-2-3-0 по активам. Сип сделай, Семрал. Нужен сип, брат. Сима, свип реально. Надо на сип работать, Сима. Давай, давай, Сим, давай. 2 рукава. Слушай, что я тебе говорю, Сим, 2 рукава, и тема зайдет. Семрал, свип нужен. Минута, Семрал. Семрал, минута, свип нужен, Семрал. Давай, минута осталась. 10 секунд, Сима. Минута осталась, надо свип сделать. Сап верхнего активизируй. Сима, работай. Расслабляйся совсем. Все, 3 минуты осталось. Давай, Сима, свип. Давай, Сима, давай, брат. Верхний по силе. Через рабер-гард, через рабер-гард. Грузи его правой ручкой. Работай, Сима. Семрал, раскрой гард, только так. Он будет сушить, меньше. Где свип нужен, Семрал? Верхний не работает, судья. Сима, 40. Семрал, свип нужен, свип. Верхний пассив, судья. Пассив, вот. Илюха, пассив да. Он ничего не делает. Семрал, свип нужен. Он же прижался. Делай свип, Семрал. Взрывайся, взрывайся, Семрал. Свип нужен, Семрал. Раскрой ноги. Верхний пассив. 10 секунд. Еще давай. Еще давай. И адвантаж туда. Сушит, судья, верхний. Сушит, судья, верхний. Сушит. Еще через 10 секунд давай. 1. Сима, давай, работай. 10 секунд. На коленях. Сушит. Давай. Преимущество. 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 Саба, преимущество. Слушать судья. Не давай прижиматься. Блин, что за хуйня, блядь? Он слушал. Что за хуйня? Ничего не делает, сидит и баллы не показывает. 3 минуты нихуя не делал. Тихо, тихо, сейчас спали. Сушил же, судья. Тихо, не делай. Ты не видел? Может, ты не туда смотрел? А? Ряд пеналити дали за пассив. Да. Я не давал всего один пассив. Пенальти надо. Нет, вообще пенальти. Два пенальти было. 3 минуты он сушил. Брат, я что могу сделать? Вот организаторы здесь. Ну, может, он не мог до этого. Все вместе. Потому что войска на нем не было. Что-то бред. 5 минут. 5 минут. Как карта, блин, сушился спал. 2 пенальти получил за это. За 2 пенальти через 3 минуты. Хотим захват. Давай я пойду посуду дальше. А Дауд, ну давай. Оставь, оставь, Даня. Следующий я. Очками, да, он выиграл? Давай я посужу, чтобы это вопросы закончили. Я, можно я тоже секунду кого-нибудь попрошу? Просто я один. Я посижу, я посижу. Здесь? Я здесь, я посижу. Я вообще бы не давал. Когда ты, ну, пытаешься типа с колена проходить, и у тебя это не получается, это пассив, ты должен вставать, если у тебя не получается. Нет, даже он сидел, как тот пытался жить, он защищался. Он защищался, он должен вставать на ноги и работать. 2 минуты сидел на коленях, уперся в удар. Он должен хотя бы проходить, как отжимать ноги. Да. А он вцепился, он блокирует действия соперника и сам... Сань, кто-нибудь можете сходить еще пару бутылочек воды там взять? Возьмите вон там у девчонок пару бутылок воды. Пару-две бутылок вот там, где награждение. Сейчас нормально. Я смотрю, все как бы на всех кадрах отдыхают. Ну ты это там играл? Нет. Нет? Нет. Если что, надо сказать. Давай, Владик, подгружай ногу его, правую. Забрал, забрал, Владик. Да, ногу контролируй правую его. Левой рукой. Давай. Подгружай и ногами, и двигайся на ногах. Жди, сам работай. Раскачивай. Постоянно раскачивай, ищи. Ручку смотри. Влад, смотри, он с отворотом мутит. Руку смотри. Он, например, слепует. Останавливай контроль, возьми контроль. Не давай ему заправлять отворот. Надо отыграть бабалу. Нагло. Цель поставил и идешь. Делай. Наглей. Можешь. Должен сделать. Ногу не отдай. Отворот возьми, засунь ногу. Засовывай ногу. Есть бабала. Все, дальше надо работать. Теперь твоя работа, Владик. Давай, маунт нужен. Заходи в маунт. Пробей колено. Пробивай колено локтем. Опять 2 балла отдал. Попробуй, вычищай вот, да. Сделай то же самое, фиксация. Не давай ему левый. Пошел. Маунт нужен. Пробей колено. Либо вытащи эту ногу и зафиксируй его на сайте. Готовься, Владик, готовь. Тимуру посмотри. Она висела. Ладонью отжимай голову его. Влад, осторожно, треугольник. Давай 2 балла, Ты сверху. Вот, Влад. 1, 2, 3. Влад, вот эту ногу законтролируй. Давай отыгрывай. Да. Не давай. Давление, Влад. Влад, овер-андер, давай. Раскачивай. Да, головой вперед лезь, продавливай его, продавливай. Заправь, да, заправь. Будь начеку, в другую сторону смотри. Поддень его ногу, контроль где? Вот эту ногу надо контролировать его, да. Не теряй контроль. Заправляй, дистанцируйся. Заправляй. Качни, качни, качни. Не сиди. Нету контроля нормально. Надежный контроль. Головой, головой, да. Не дать, не дать. Давай, давай, давай. Не дать. Контроль ног, ноги, давление, Влад. Давай ему заправлять. Захват и давление. Останови. Вычищай, Влад, вычищай. Крюк. Влад, крюк, вычищай его, Долариву. Давай, давай, работай. Надо отыграть 2 балла и потом уже... Все. Больше давления, Владик. А? Долариву возьмешь? Повыше правую ногу, повыше правую ногу. Чем детей? Ногу возьми левой рукой. Глубже. Но придите даже если... Влад, вычищай Долариву. Ногу не поднимай правую высоко. Останови контроль, Али. Контроль, все, и пошел. Влад, протолкни ее между ног себе. Да. Хорошо. Восстанавливайся. Восстанавливайся. Давление. Контроль нужен и работай. Эй, не давай ему. Давай, вот эту ногу сам проталкивай. Атакуй. Сам атакуй. Да, это как с проходом охраны. Пинок, пинок. Давай, давай, давай. Пошел под него. Давай, давай, давление, давление. Под него пошел. Еще, дорабатывай. Сразу спина. Не падай, не падай, не падай. Спина, подняться. Раскрой правую ногу, раскрой. Раскрой правую ногу, колено. Не падай, не падай, не падай. Выведи ногу. Выведи через колено правую ногу. Иди, 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 доработай, доработай. Давай, давай, за ним. Он крутится, и ты крутись. Лэгдрэг. Больше на левое плечо. На лэгдрэг поднялся, 2 балла есть. Сразу отход, не стой. Бэкстеп. Не садись. Не отдавайте, не садись, эй, 2 балла не отдавай ему. Владик. Все, зафиксируй. Дип, дип, Владик, слепую оттуда. Ладонью отожми его голову. Ладонью голову отжимай, прям под ухо. Поставь под ухо. Тимуру смотри. Пойдет, сразу пойдет. Надо разворачиваться фронтально. Корпус держи фронтально по отношению к нему. Корпус фронтально надо держать. Даже когда он пойдет на свип, корпус фронтально. Боком не поворачивайся. Влад, готовь свип. Когда он пойдет на свип, корпус фронтально. Не вздумай поворачивать корпус. Фронтально по отношению к нему. Как плита должен быть. В сторону ковра корпус. Грудь в сторону ковра. Надо вытащить ногу. Надо вытащить ногу. Будет идти на свип. Да. Давай! Давай. Треугольник смотри. Тимура треугольник. Давай. Ну, давление. Восстанови. Восстанавливай. Давай, Владик. Давление, давление дай. Не отдай, не отдай. Закрывай. Advantage. Закрывай. Advantage ты что не дали? Проход охраны. Говорят, что не дают Advantage? Переводи. Нету его. Я не садился. 1 минута осталась. Advantage ты что не даешь? За проход Advantage. Давай, садись. 2 балла отыграй. Минута, Владик. Все нормально. Его спину забрать. Надо работать. Закрой гарду и работай. Владик, больше давления. Суету убери сейчас. Четко цель поставь. Суету убери сейчас, не разбрасывайся. Владик, 50, да. Правое колено выдавливай. Цель поставил и пошел. Не разбрасывайся по технике. Да, счисть Долариву. Толкни ногой, дальнюю ногу толкни. Счищай ее. Дальнюю ногу толкни его. Все, цель поставил, пошел. Нагло, нагло. Левый, протолкни между ног. Нагло, нагло, нагло. Делай, 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 делай. Наглей. Владик, нормально. Наглей. Наглей. Возьми эту руку. Руку возьми. Еще. Пошел на беремболу сразу. На беремболу пошел сразу. Еще быстрее. Владик, 20 секунд у тебя, Али. 20 секунд. Подняться надо. Подняться. На него, на него, на него, на него. Еще. Еще! И под него пошел сразу! И под него пошел сразу! 10 секунд, Влад! Давай, 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 давай! Давай, давай, Владик! Давай. Стой, стой! Нет. Да! 3 секунды! Нет, отлично, Влад! Нет! Ставим камеру. Кому там дали Сталин? А, стой, не-не-не. Как его убрать, этот Сталин? Хрен его знает, ты меня спрашиваешь. Все, убрал. Что тебе сделать? Ты шаришь в программе? Вышелся. 10 секундометристов. Ребят, секундометристы, есть кто-нибудь рядом? Секундометристы. Секундометристы, ребят. Кто за столом сидит? Нормально. Вроде, ну, вроде не очень много. Сейчас, подожди. Победа, да. Привет. А, сюда. Пачка. Что, сюда? Да. Это я просто не дарю. Да. За горами тут я не очень сейчас, видишь. Я никогда не играл. Да. Сейчас, секунду. Андрейсон. Жень, сразу вниз прыгай. Ой, еще не повязали. Не отдай 2 балла только при... Отлично! Молодец, Женя, есть 2, есть 2. Стоять, стоять, стоять насмех. Жень, достань левую ногу, достань левую ногу. Но не падай, не падай, блин. Встань, встань, встань. Хорошо. Свипани обратно. Встань, встань, нету баллов, нету. Стоять, стоять, Жень, стоять, молодец, нету баллов. 2-0 ведешь, Женек, умница. Да, залез, залез, залез. Расчет, расчет. Женек, не суетись. Залез, залез. Левой рукой голову обними, левой рукой снизу голову обними. Толкай, толкай. Женя, левой рукой снизу голову обними. И левую ногу ко мне оттусуй. Левую ногу ко мне убери назад. Левую ногу ко мне убери назад, Жень. Левую ногу ко мне убери от него подальше. Убери от него подальше. Нет, с другой стороны. Не-не, не суетись, Жень, не суетись. Ты 2-0 ведешь. Вставай, вставай, ты 2-0 ведешь, все нормально, Жень. Курочком, ногами вверх, поднимай, вставай на него. Да. Проворачивай. Только слушай. Олег, можно, можно сейчас. Вставай, вставай, вставай. Не отдавай 2 балла, ни в коем случае. Пусть крутится, вертится, что угодно делать. Не отдаешь 2 балла и не пускаешь за спину, ты понял? Обними его задницу, обними его задницу. Освобождай свою ногу. О, да, 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 за пояс, за пояс, за пояс. Блядь, да что за херня? Остановись. Женя сделал. Судья, можно штаны поправить прям там? Пройти, Жень, пройти. Дабландер сделай. Саня, гард, штаны. Да, да, держать, держать. Сейчас вспомнили про штаны, да? Женя, жди, не двигайся далеко. Какой, блядь, закрытый гад. Нет, когда штаны развязали. Ну у него развязались еще, когда Женя пытался их схватить. Не-не, хорошенько затемнят. И что, это все? Жень, Женя, ты 2-0 ведешь. Вообще не суетись. Жень, спокойно хватай двумя руками за таз, линию сгиба контролируй. Жди команды, суди, Жень. Кола там оставь, туда пошли, ребята. Право, двумя руками, Жень. Да, да, двумя. Все, не суетись, не суетись. Ну как ты упускаешь, Жень, пятку, блядь? Еще. Ну посмотри, как упустил пятку. Я сказал двумя руками за колено. Ногу вытащи. Левой рукой колено дави. Да, 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 вращай. Ничего там нету, Жень. Давай, давай, вращайся дальше. Жень, жопой креветки. Давай на живот. Креветочки. Пятку тяни, вставай на живот. Да, да, да. Ага. Саня, надо встать, треугольник. Пошел ко мне пошел. Ко мне пошел, ко мне. Треугольник. Пойди ко мне. За рукав потяни. Циркулем правой ноги влево, Жень. Циркуль правой ноги влево. Нет, треугольник, Саня. Снизу голову обними. Саня, руку тяни двумя руками. Циркуль. Не суетись. Ногу, ногу на место, Саня. Он должен суетиться. Правой, правой, правой работай. Правой ногой работай. Дай ему раскрываться. Ты просто прессинг не прижимайся. Опять, да, 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 опять, умница, блядь. Вот, хорошо, ногу верни налево. Вот, закрыл, закрыл. Он вылези оттуда нахер. Женек, Саня, как? Потом ногу теряешь, за колено держи. Жень, просто двумя руками заказ, смотри. Левую ногу вернуть, Сань. До конца упирайся, не давай ему головой прижаться. Саня, правой ногой пошевели. Вытащи правую ногу, хамгал. Попробуй циркуль сделать правой ногой туда. Левой ногой на голову дави ему, не давай ему. Не давай проходить тут. Контролируй прессинг раскладку. Саня, да, да, в голову отталкивай, отталкивай, отталкивай. Вот, хорошо, еще. Вот, выйди там. Еще креветочка. Как только он начнет светиться, либо циркулем, тебе надо принимать решение. Либо циркулем идти туда, либо идти в ногу. Саня, жди, 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 Саша. Циркуль, двигайся, Женя. Саня, не торопись, время есть. Двигайся, говорю тебе, блядь. Саня, еще. Вот, просунул ножку, еще. Обойди ногу, обойди левую ногу. Еще, еще. Хорошо, Саша, разворачивайся. Обойди, да, обойди. Ложку, хорошо. Не суетись, контроль. Вот обратно было, Иван. Залез, залез. Захват лучше. Еще глубже. Правильно захват за руку. Вот, вот. Сейчас, за жопу. Ногой толкни, Саня. Да. Саня, ногой толкни. Да, да, да. Колено, колено, Саня. Вставай, вставай. Саня, разверни спиной больше толкни. Правую ногу старайся забрать назад. Вот так, колено наматься, все силы. Вот так, держи, блядь. Закрыл. Ногу вытаскивай. Вот это колено. Ногу вытаскивай. Ты уже раз держал куртку, он коленом эскейп делает. Держи именно колено. Теперь смотри, Жень. Весь вес на правую ногу немножко дистанцию сделай. Весь вес на правую ногу создать между вами. Спрол ты отброс ноги. Делай так, как будто он тебе проход в правую ногу делает. Отбрасывай назад, понял? Отбрасывай, медленно. Да, 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 еще. Все нормально, Саня. Предплечье на горло поставь. Все, предплечье на горло, еще. Нет, не локоть, предплечье. Спрол делай, не упускай. Это твои 3 балла. Не выпускай никуда. Предплечье, предплечье. Никуда не упускай. Ему тоже там не весело, поверь. Вот так. Держи, держи спину. Изыкиль, Женя, изыкиль, засунь. Нет, нет, Жень, посмотри. Возьми руку. Да, пошел, сюда смещайся. Сюда смещайся, Женя. Спину не отдай. Да сместись сюда ногами. Саня, Саня, осторожно, изыкиль. Армтрангл, Женя, армтрангл. Саня, изыкиль, да, да, да. Жень, на меня посмотри. Жень, на меня посмотри. Вот так, вот так. Затылок сюда взял. Да, вот, всем весом. Нет, силы не так. Ногами работай. Почти прошел. Авгард, красавчик, лицом поворачивайся. Женя, на меня смотри. Саша, лицом поворачивайся, за затылок себя взял. Не суйтесь, если он начнет поворачиваться. Ногу глубже, на правый бок. Колено толкай. Если он лицом к тебе, армтрангл. Нет, не лезь рукой вниз. Саня, в колено толкай. Если он лицом к тебе, сейчас на армтрангл делай. Саня, в колено толкай. И так, вот так. Саня, правую руку за затылок. Правую руку за затылок себя взял. А так ты силы потратил. Вот, еще. Ты так душил людей? Используй этот запас. Восстанови гад. Еще в колено толкай. Не суетись, Жень. Очень хорошо. Контроль, контроль. Контроль. Жди, блядь. Жди. Все, дальше развивайся. Контроль. Саня, все бросил креветку. Саня, шею защити. Да, да, да. Вот умница. Надо было шею. Да. Женя, Женя, судья руку подай. Не понял. про что говоришь? То, что у тебя там было? Потому что типа ему коленом заехали. Я не видел. Ну, все говорили типа так, и как бы ну, все это подтвердили. Ну, это нет, это ты должен позвать врача и продолжить. Нет, просто мы были на семинаре, вот сейчас последний раз, и Стас говорил, я когда сказал, ну, что сказал, на вольном чемпионате мира была такая, я говорю, этого не помню, кому заехали по челюсти, он отрубился, ему дали продолжить. Стас говорит, нет, если такая херня, заканчиваешь скалкой. Ну, как бы я не придумал уже эту херню. Чувак просто упал за руку. Я на самом деле не уверен, что вот в этом вопросе со Стасом полностью компетентен, потому что я кучу видел именно на IBGF, где-то таких случаев продолжают. Я тоже видел, вот. Зелимхан кто? Вон там. Зелимхан, у тебя поезд. Не-не-не, два, наверное. Или как? Не вырубился, как бы можно сказать, что... Поплыл. Я остановил. Колено, видно, ногой. Был семинар с судейским. Не вызывай. Я причем вырубили Тейлора. Записывай, пойду. Потом он пришел себя, продолжил спать. Ты серьезно боролся? Я говорю, но ты говорил, вырубил как? После бросков? Нет, он уходил, понял? Никита, андерхук не отдай. Правой рукой под ногу залезь, правой рукой под ногу залезь. Просто если он кимуру взял, надо на левый бок ходить. Никита, правой рукой между ног залезь, правой рукой между ног залезь. Залезь, Дипхавгар, залезь. Ногами чуть поерзай. Это было странно. Залезай, Дипхавгар, спасешься. Никита, залезай, Дипхавгар, вот так, умница. Теперь устакань схватку. Открывай его куртку. Не надо делать сейчас слипа, открывай куртку. Левой рукой передай глубоко. Еще глубже возьми левую. Нет, ты куда левую руку? Нет. Я тоже сказал, типа, а что тогда? Никита, снова залезь под него. Снова под него залезь. Блин, чуть ухудшилась позиция. На остальные нормальный гард, откуда сип будешь делать, Никит. Пока он будет прохейтить этот гард. Возьми тот гард, где ты можешь его сиповать. Снова под него зайди. За спину лезь, Никита, кривей за спину. Никит, потолкай, верни полный гард. Потолкай, верни нормальный гард. Попытайся схватить ногу между ног и встань. Никит, встань с этой ногой. Освободи свою левую ногу. Никит, не суетись, гард не отпускай. Ты куда так гард отпускаешь, Никит? Гард вообще не отпускай. Засунь пятку поглубже. Вот так. Залезь хороший дипхавгард. Плюс 200. Никит, тебе нужно попробовать его скреветить и за спину выйти. Понял? Пока что позиция не для свипа. И вообще правой ногой зацепи. Да, давай. Правой ногой зацепись и делай баттерфляй свип. Убери левую ногу, правой ногой кидай его. Убери левую ногу оттуда, Никит. Схвати две ноги обхвати в коленях. Две ноги обними его в коленях, Никит. Снова нужен гард хороший, Никит. Гард сыпется, снова гард зацепи. Хороший гард зацепи, будь здоров. Никит, в следующий раз, когда он колени, смотри на меня, когда он колени смыкается, схвати колени. За спину, Никит, лезь за спину, лезь, не отпускай. Не отпускай, карабкайся. Не отпускай, говорю, задницу, куда ты отпустил? От него. Никит, схвати за штаны, схвати, снова лезь за спину. Нет, вот, молодец. Никит, правой ногой ко мне вставай. Снова дипхавгар, снова дипхавгар. 161, 700. Пока 0-0, Никит, все не так уж плохо. Спокойно зайди в дипхавгар. Правой рукой зайди под ногу, Никит. Отсюда будет очень тяжело его сыпануть, Никит, он будет балансировать. Зайди в дипхавгар. Передай куртку в левую руку из-под колена. Никит, ногами ко мне его разверни, Никит. Правой рукой ногами ко мне разверни его. Никит, все очень плохо. Креветки, уходи, Никит, уходи. Толкай, уходи, Никит, уходи в черепаху. Никит, нельзя отдать балл. И гард снова, гард снова. Молодец, закрой гард. Снова левой рукой под ноги иди в дипхавгар. Ну, Никит. Вот, оттяни теперь. Дипхавгар быстро, Никит, правую руку спрячь. Вот так. Левую руку. Гард, черепаху, Никит, черепаху быстро. Быстро в черепаху! Сядь в черепаху! Сядь, 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 сядь! И снова гард! И снова гард, пока адвантаж не дали! Снова гард! Не будет баллов, Никит, не будет баллов! Сядь гард! Ну блин, не будет баллов за это! Только силы тратишь, баллов не дадут! С этой же ногой обратно в дипхавгард сядь! Так были, конечно, моменты. Никит, ты не из гарда начал движение, тебе баллы за это не дадут. Отлично, делим. Да. Правой ногой подсекай, правой ногой подсекай. Да. Все супер. Есть. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Зелим, пробивай теперь от затылка. Никит, Зелим. Никит, посмотри сюда. Он лапел взял? Тебе, чтобы спастись, нужно взять двумя руками и всем весом своей спины идти влево. Ни в коем, смотри, поворачивай нос в сторону локтя. Поворачивай нос в сторону локтя, душащей тебя руки, Зелим. Понял? А спиной наоборот влево. Посмотри, Никит, сюда. Все отлично. Спиной туда, нос сюда. Лицом к нему поворачивайся. Отдай спину. Теперь на меня посмотри. Зелим. Вот так смотри, захват. Другие, за правой рукой сзади локти, Никит. Правой рукой сзади локти, Никит. Правый, да. И теперь спиной налево, спиной налево. Все отлично, Никит, смотри, нос направо, а спину положи налево. Вот. Никит, намасти на него, масти на него, Никит, масти на него. Никит, тебе нужно подняться, ты лежишь, он сейчас задушит тебя. Вот. Ногами поднимись, ногами поднимись. Нос направо поверни, а спиной наоборот налево, Никит, вот, да. Вот, спину налево клади, спину налево клади. А нос поверни направо, в сторону локтя. Не спеши, руку не отдай, Никит, руку не отдай. Не спеши. Хорошо подбери. Спину влево клади, Никит. Ногами убегай ко мне, ногами налево убегай. Вот, молодец. Загиб. Отлично. Никит, ногами убегай. Никит, ногами туда убегай. Повыше подбери, пойдет. Смотри, не отдай ему левую ногу. Понял, Никит? Всем телом ручку выпрямляй. Пока можно выжить, Никит, можно выживать. Ручку выпрямляй, пойдет, пойдет, выпрямляй. Идет, 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 идет. Зелим, выпрямляй руку. Поверни нос вправо, Никит, идет, нос вправо. Идет, идет, идет. Молодец. Молодец. Метристов найду, но метристы зарабатывают. Сам кликнешь. В мае, да. Саня, куда свой паспорт? Сюда. Мы найдем его. Вань, ты забрал мой паспорт? Алеш, у тебя, Владика, паспорта нет? А на стол у кого? Ну сейчас разберем. Загир, Загир. Он может он под... Почему 4 балла не дал? 4 балла. Я дал 2, 4 показал. А, значит, он не заметил. Так, нет. Спина, бросок. Саша, спина. А ты что тут конфетками-то балуешься? Это не я, Куш. Это финал? Нет, полуфинал. А, полуфинал. Без подписи. А, нет, 3. Давай, давай, Владик. Владик, правой рукой руку справа, а левой рукой толкай бицепс слева. Правой рукой локоть справа держи. Голову его влево. Не-не-не, ты что творишь? Обратно вернись, голову поверни его. Ничего, Владик, 3 балла отдал. Думай, как вернуть гад. Сейчас просто не дай уступить положение и верни гад. Подожди, пока он начнет двигаться и прессинг сойдет. Тогда делай привет. Понял? Него, да, 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 да. Ногу аккуратно. Владик, без сомнительного, только балл. Нет, Владик, забудь. Сейчас ищи дипхангар. Времени очень много. Если уходишь, то точно проиграешь. Сейчас постарайся завязать борьбу дипхангар. Сразу, Владик, сразу ноги под него. Владик, останови гад, останови гад. Влад, смотри, Влад, вот сейчас он пойдет, правую руку, голову, нет, и вообще в другую сторону. Вот его ухо влево толкает, наоборот. Владик, привет, ты делаешь, сейчас снова мало. Влад, на самом деле, в следующий раз, когда он будет так бить, он хочет голову сапать. Отсюда голову влево переворачивать, понял? Сейчас снова вперед. Да не смотри, короче, если у тебя свои проблемы есть. Влад, смотри, он каждый раз проходит, он отсюда голову убирает сюда. Правой рукой его в ухо влево перенаправляешь. Правой рукой его в ухо влево, правой рукой его в другое ухо, Владик. Ты просто его толкаешь, он прижимается. Перенаправь его голову в другую сторону, с другой стороны его голову толкай влево. Владик, на меня посмотри. Правой рукой с другой стороны обойди его голову. С другой стороны его голову обойди, другое ухо возьми его и толкай влево через все свое тело. Да, вот его влево толкай сейчас ухо. Он хочет один и тот же проход делать на балу. Владик, не отдавай спину. Возьми правой рукой его ухо. Да, вот. И толкай влево. И толкай влево. Прямой рукой. Да, влево. Именно в ухо. Снова делай. У тебя выбора нет, Влад. Понимаешь, куда он хочет его голову привести? Сейчас покривить, создай пространство и перенаправь его голову влево. Иначе он так и будет каждый раз 3 балла набирать. Владик, голов пустать, ничего страшного. Отвлекайся на время, Владик, у тебя свои проблемы. Если ты потеряешь голову, у тебя снова выйдет, понимаешь? Не теряй голову, сварка еще продолжается. Еще целых 4 минуты, да не смотрите туда. А у вас на такой тоже позиции зарабатывает баллы, Владик. Тебе нужно существенно поменять ситуацию. Сейчас после креветок не останавливает удар. Либо полный удар крюки. Он, видишь, он тебе позволяет хавдар вернуть, потом снова делает один тот. Вот, смотри, он сам залезает. Это нормально, как бы это нормально, он тактически работает. Тебе нужно изменить ситуацию, Владик. Креветками вылези за спину сейчас. Вытаскивай левую ногу из-под него. Вытаскивай, Владик. Не бойся, вытаскивай жопу и левую ногу. Тебе терять вообще нечего, Владик. Вылезай оттуда левой ногой. Сразу креветку за спину, Владик. Правым локтем доминируй над поясницей. Владик, попробуй гильотину. Не получится гильотину, я пошлю. Ты на баллы не смотри, Владик. Тебе нужно понять, что делать, понимаешь? Сейчас пока... Внимание, в завершении борьбы просьба никого не расходиться. Мы объявим победителей и призеров командного турнира «Лучший клуб, лучшая академия» среди взрослых и также «Лучший клуб, лучшая академия». Полный гад. Видишь, он уже довольно баллов много, дальше развивается. Тебе нужно укрыть отсюда. Также текущие результаты можно смотреть на экране. Целиком верни гад. Хавгард не годится, Владик. Хавгард никуда не годится такой. Верни нормально Хавгард. Нормальный гад. Все, на него вставай, встань. Просто встань, Владик. Встань. На ногу, на эту вставай. Возьми его ногу на ахилл. Правой рукой его ногу возьми и встань. Тебе он ничего не сделает. За спину, Владик, за спину. Встать. И проход, Владик. Смотри, ни в коем случае не дай ему встать. Ты понял? Не дай ему вернуть полный гард. Проходи гард влево. Методично проходи. На время не смотри. У тебя 2,5 минуты. Это более чем достаточно. Сейчас, Владик, смотри. Правое колено поверни в сторону судьи и сделай мишку. Стоять. Нет. Перешагни. Куда залез пор? Ну куда ты лезешь, Владик? Перешагивай наоборот. Не слазь делай. Андерхук и не слазь, Владик. Андерхук и не слазь. Если куртку правой рукой, левую руку с подголовой передашь, вообще супер будет. Владик, ты его не переосилишь так, тебе чуть иначе придется работать. Владик, посмотри, куртку передай, с подголовой. Кимур, возьми Кимуру. Возьми. Нет. Владик, на меня посмотри. Используй Кимуру, делай креветки, пройди карт. Пока не вырывай, ты его не переосилишь. Но руку не отпускай, ты понял? Смотри, держишь руку, левой ногой делай креветки, ставь колено между своим животом и своим коленом. И потом как... Стоять, Владик. Вспоминай, как открывать закрытый гард. Тут находиться абсолютно нельзя. Вспоминай, Владик, я срочно не играл, кто свалил. Я понимаю, он больше и сильнее, но здесь делать вообще нечего. Левой рукой руку схвати, вставай с левой ноги быстро. Давай. Это правая нога. Осанку, осанку, Влад. Владик, у тебя выбора нет. Тебе нужно стараться. Даже если ты в любом случае проиграешь. Даже если сам лично проиграешь, ничего страшного. Старайся выиграть. Вдруг получится. Руку береги, руку береги. Если он на руку позволит, не надо будет терпеть. Ты понял? Со стороны его вольни руками, Владик, локти вовнутрь бери. Правое колено вставь между ног. Минута осталась. От руки не отдавай. Сразу гардпас, да, сразу гардпас. Да. Пробуй, пробуй. Ну, блин, на самом деле вряд ли ты это сделаешь. Саня, там Владик, на седьмом ковре тоже какие-то спадки. Поменяй тактику, Владик. Там на седьмом ковре тоже какие-то спадки. Поменяй тактику, правую руку на руку залезь. Игорь, Влад. Игорь. Влад. Попробуй потрапляю второго, синего. Не бейсбол, Владик, посмотри сюда. Что у вас? Перед финалом отдыхаю. Ключ, вот я тебе положил. Владик, ну как? 20 секунд. Можно уже рисковать, Владик. 20 секунд осталось. Делай что-то отчаянное. Давай, 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 давай. Вставай, вставай на него. Вставь, 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 вставь. Руку береги, все, просто береги руку, Владик. Сладко пройдено. Руку береги. Не суетись, куда, куда, вот куда лезешь, куда? Сейчас смотри, вот. Вот. Да, 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 на маркане. Ну ты как поспаришься, и ищешь кого-то. А сколько еще осталось? 2-3, да, наверное? Ну, иди ты, наверное. Одна полуфинал осталась. Одна схватка? Да. Не помню, это первый полуфинал, второй. Значит, две схватки. Просто могу-то проебываться. Вот, во всех существах пропустили, ни одного никого не осталось. Ладно, давайте. Давай посмотрим. Саша, 2-3. Да, 2-3, хватит. Ты на машине, на поезде? Смотри, не отдай 2 балла со 100. Встань, встань, встань. Ага. Проходи гард лево, проходи гард лево. Левой рукой долариву нарушь. Смотрю, вот так. Левой рукой на долариву дави. Колено, двумя руками колено. Зачем тебе куртка? Колено возьми, стеллэк драг. Встань, 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 Женя, встань. Крутись, бери. Отлично, Зелим. 2 балла дали, дали, дали. Жень, 2 балла проигрываешь, но преимущество. Все отлично, Зелим. Сделаешь си, будешь вести спадку. Все отлично, Зелим. Контроль веди. Левую ногу вот, мат, левую вот, ногу мат. Если хочешь перембол, левую ногу мат. Вот, пойдет, пойдет. Хорошо. Хорошо, Зелим. Хорошо. Хорошо. Хорошо, отлично. Отлично, оттяни, оттяни, Зелим. Молодец. Вставай, как будто бы в хаб. Молодец. Убери эту ногу, убери эту ногу. Отлично, заправляй, растягивай. Все хорошо. Спину отдал, уже береги шею. Отлично, пробивай спокойно шейку. 4 балла дали. Жень, накати на него, навалю. Шея твоя. Спокойно пробивай, пробивай, пройдет. С одной стороны, с другой, с одной стороны, запутывай, ручка тоже. В эту сторону затылок, клади затылок в эту сторону. Сюда клади затылок, сюда. Обойди его голову, да, обойди его голову, Жень. Тяни. Голову обойди его своим затылком. Все отлично, подбирай выше. Тяни, 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 идет, идет. Пойдет, 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 пойдет. Натягивай, пойдет. Ногу приклади. Ногами убегай, ногами убегай. Повыше, повыше чуть. Вот, вот, тяни, пойдет. Пойдет, 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 пойдет. Стоп, молодец. Отлично. Да, Захар. Начали. Ты типа после спины, типа сначала забыл, типа дай, потом вспомнил. Давай прижиматься. Уже, да? Ну отдыхайте пока. Эта левая нога очень может хорошо тебе помочь, когда он двигается. Держи здесь, держи. Шандер тоже не давай. Да, откуда этот Зелимхан? Я что-то раньше его не видел. Не с Астрахани. С Астрахани? Вот так, вот так, вот так. Спасибо за жалобу. Мир? Спасибо. Три минуты прошло. Нормально работает. Вот так, хорошо. Сразу счищай его. Сразу. Интересно, что нормально, нормально. Вот так. Захват. Главное захват. Вот так, хорошо. Развивай. Развивай, развивай. Не торопи. Давай, брат, давай. На этой стороне будет идти. Просто за ним. Вот сюда, да. Хорошо, давай, давай, брат. До конца. Дальше, дальше. А ты, кстати, вот, ну, видел схватку Хасана с этим? Да. А он откуда вообще? И давай даблан. Потому что это, наверное, самое главное удивление было. Он, походу, был из Уфы, потому что Хасан как раз ко мне подходил и говорил, что за чувак из Уфы? Да, ногой включай. Включаю. Да. Чтобы Хасан руку выкрутил. Я просто в другом месте делал. Обратно. Нужно дурить, чтобы Хасан руку сам. Ну, Хасан не тренился 2 или 3 месяца, так, что-то пару раз за 2 месяца. Ну, сейчас он прям конкретный. И он мне говорит, сегодня домой в 6 утра пришел. Давай включать. Убирай захват. Свои захваты. Так же работай. Работает, работает. Умница. Мотани, постоянно. Хорошо. Вместе с ним. Вот, доблажи, не давай. Хорошо. Хорошо. Вместе с ним. Вот так. Вот так. Хорошо. Захват. Минута осталась. Минута 30, брат. Сколько? Минута 30. Давай, брат. Борись. Пойдет. Не пройдет тебя. Под него. Минута 30. Смотри на время, мы тебе говорим, мы тебя ведем. Только на соперника смотри. Через сколько Сан начал? Это последний смарт, да? И там финал, да? Да, сейчас не начинает. Ну, через сколько? Да вот сейчас. Ну, давай начнем уже и наградим всех, и поедем. Зелимхан. Красавчик! молодец! Отлично, отлично, отлично. Хорошо, Зелим. Вот, вот, вот. Думай, думай, молодец. Все отлично. Давай, 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 давай. Передышку бери. Сейчас перезвоню, секунду. Вот. Отлично. Отлично. Восстанавливай, восстанавливай, восстанавливай. Вот. Растяни чуть, растяни. Вот, 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 вот. Хорошо. Отлично. Хорошо, Зелим. Все. Сейчас начнет ручку высовывать. Смотри, смотри, смотри. Молодец. Молодец. Все отлично. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Дыши, спокойно работай. Состоится небольшое собрание с тренерами. Просьба всех тренеров не расходиться. Отлично, отлично. Вот так и возись, 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 возись. Вот, да, это хорошо. Часов 10. Молодец, вот. Молодец. Да. Ты не переживай. Молодец, отлично. Ты не переживай, привезут. Вот так и работай, в таком же темпе. Все, и схватку выиграешь. Аккуратно, Зелим. Молодец, молодец, да, молодец. Ты говорила, я помню. Все нормально, Зелим, все нормально. Дыши спокойно, дыши, дыши, дыши. Давай. Сейчас будет наказывать, дыши, дыши. Давай, 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 давай. Зелим, давай, все отлично. Поверь мне, все нормально, здесь работает. Чисто такой возрастает. Почему? Вообще он обычно снизу. Все хорошо. Блин, он постоянно улыбается. Вот, раскачивай, 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 раскачивай. Раскачивай. Он уже боролся вчера тоже на России. Проиграл. Вот, молодец. Или третий. Либо третий, либо проиграл. Все, Зелим, подсел, подсел, Зелим. Сам работай, постоянно твоя работа идет, идти должна. До награждения приглашается мужчина с синими поясами, Адалте, Ибрагим Исмаилов. Хорошо, ну вот, 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 вот. Хорошо, давай, давай. Все отлично, Зелим. Все отлично. Возись, попадется. Или со второй ногой поработай. На трак забери. Вот. Влево. Вот. Влево, влево, влево. Молодец. Молодец, молодец, отлично, вот, хорошо, Зелим, работай, спокойно, не, потерпи, 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 ничего, пусть болит ручка, аккуратно, потерпи, работай, вот, 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 пристань на него, Зелим, вот, не упускай руку, развернись чуть-чуть, вот, молодец, молодец, отлично. Хорошо. Вот, вот, вот. Не отдавай, смотри, Зелим, смотри. Ручка, 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 ручка. Аккуратней. Вот. Молодец, Зелим. Работаешь отлично. Устал, Зелим. Сам работай, нарабатывай свою. Давай, 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 пробивай. Смотри позицию. Позицию смотри аккуратнее. Вот! Есть! Давай! Отлично, Зелим. Нормально, все отлично, Илюх. Работай, работай. Полная блокировка. Сушит, сушит, сушит. Зелим, сушит, ты работай. Ты работай, Зелим, сушит. Илюх, будут пассивы давать. Пассив будут давать, Зелим. Молодец. Да, да, ты не рискуй. Позицию смотри аккуратнее. Зелим, позицию. Позицию. Позицию, Зелим. Давай, давай, убирай. Вот, убирай. Позицию восстанавливай, позицию. Вот, хорошо, давай, 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 давай. Молодец. Сушит схваточку, сушит, сушит, Зелим. Работай, работай. Полностью. Попробуй поменять сторону, может, прохода. Зелим, не рискуй так, смотри, аккуратнее. Хорошо, Зелим, есть пассив. Есть, дали. Работай, продолжай так же. Смотри. Илюх, второй пассив отлично. Получать нельзя. Давай, отлично, 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 Зелим, отлично. Полторы минуты осталось, Илюх. Все отлично, Зелим, супер. Работа идет отлично. Давай, вот. Давай, вставай, вставай, вставай. Супер. Также контролируйте. Попробуй пройти. Смотри, отжимай жестко. Отжимай жестко. Илюх, затягивай, как ты умеешь. Давай, да. Выпрямляйся, давай. Зелим устал, подсел, Зелим, подсел. Ты так же напор идет. Напор такой же идет серьезный, Зелим. Смотри. Аккуратно, аккуратно пробиваем, пробиваем. Давай, Зелим. 50 секунд, Зелим. Вставай. Будет возможность, пробивай сразу. Пробивай. Илюх, минута, давай, давай, все, что можно. Постарайся вылазить. Все отлично, все отлично. Все. Пробиваем, 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 пробиваем. 40 секунд, отлично, Зелим. Вот. Давай, давай. Терпи. Ручку контр, смотри, чтобы не вставал на руку. Вставай. Вот, через себя. Молодец. 20 секунд, отлично, 20 секунд, Зелим. Контролируй, ручку подбирай, смотри. Илюх, 20 секунд, давай, нужен свит, нажимай как-нибудь. 10 секунд. Вот, давай. Отлично, контроль полный, молодец. Давай, 10 секунд. Контроль, проходи в позицию сам, дави. Ни на секунду не расслабляй, вот, все, молодец. Отлично. Ты ж третий. Два третьих. Кто выиграл? Зелим, да? Да. Все, да. Че, погнали? Что-то вот я с тобой поеду. А кто выиграл? А, не выиграл молодой Ибрагим. Нет, вот. Выиграл Магомед Расул, выиграл. Какой? Можно попросить. По той стороне, все пояса. Получается, 5 поясов. Сань, 5 на поясов. Ты мне тогда это самое соберешь, ладно, и все. Камушки, полки и... Спасибо. Все на карту. Так, ничего телефона не забывайте.